В День защитника Отечества глава Брянской митрополии и руководители области возложили цветы к воинским памятникам. Торжественная церемония состоялась на площади партизан и у памятной стены Брянск – город воинской славы на Кургане Бессмертия. В нашей стране слова «защитника Отечества» наполнены особым смыслом. В этот день мы вспоминаем и тех, кто выдержал суровые испытания на дорогах войны, и тех, кто сегодня стоит на страже интересов нашей отчизны. Память воинов, отдавших жизнь за родину, почтили митрополит Брянский и Севский Александр, заместители губернатора Брянской области, руководство областной думы, ветераны вооруженных сил, а также представители военно-патриотических и общественных организаций. Листовой.